Подушка? Ну, доставай. А, я передумала. Почему? Всем привет! Доброе утро. Мы недавно встали. Сейчас мама нам будет делать овощи. Каролина поедет к двоюродной сестричке. Да. Там будет спать. Навсегда. Будут кататься на санках. Я тоже хочу кататься на санках. Я тоже. Мне, я хочу кататься на коньках. У нас нет катка. А ты знаешь, где да, это? Да, есть ЦУК. Озера-то в Швейцарии уже замерзли. Можешь ехать на любое озеро и кататься. На какое-нибудь маленькое. Чего? А потом все поломается. Ну, если треснет стекло, значит, будешь не только кататься, но еще и плавать. А где они? Где оно? Ну, показывают, я в ТикТоке видела такие маленькие озера, и там катаются на коньках. Сейчас уже? Да. Это Аня, ты же ваш ребят, ты ветеранск, фрауха, это кто это он? Оладушки, оладушки, будем делать оладушки. Где были у бабушки? Ладушки, оладушки. Бонни, гулять! Вчера был снежок, но что-то очень мало. А, и он весь превратился в лед. Она там... Ты не выходи. Мне нравится, потому что она такая красивая, желтая. Угу. Позавтракаем и дальше будем делать дела. Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. Нет, вы не будете открывать. Потому что... Да, давай, Каролина, открывай, то тебе уже нужно ехать. Да. Да, этот пятый день открывай. Печенюшечки. Это кому-нибудь вешать на подарочек, писать имя. Ну, в общем. Не знаю. Завтра вот это. Завтра это будешь открывать. А можно я? Нет, сейчас нельзя. Нет. Не надо. Так неинтересно. Здесь будете открывать? Какое число? Сегодня пятое. Пять, пять, пять. Что там пять? О, это что-то такое большое? Это что, не закрывается? Что это такое? Это что-то большое. Сначала я открою. Ну, давай, открывай. Коробка, что-то внутри. Эй, доставай. Ну, доставай. Ты тебе волосы красишь. Да, ты теперь будешь зеленая. Прямо сейчас. Подушка? Это подушка. Тася, это то же самое, как и Ксюша. Мы купили Ксюше. Только розовая. Ух ты, какое оно розовое. Неоново-розовое. Теперь одна будет зеленая, а другая будет розовая. Нормально? Тут что это? Это что, перчатки? Это перчатки, да. Давай сейчас попросим. Прям сейчас пойдем. Пойдем сейчас чай попьем. Да, чай. Ксюш, теплая курточка вообще, когда ты в школе сидела? Какая? Вот это, да. Теплая? Ну вот. Одна розовая, другая зеленая теперь будет. Ну, капюшон надень. Ну, он какой-то огромный. Ну, капюшон, да, большой.
Завтра шестой денек. Пойду, что у нас там на шестой денек? Я тоже сейчас посмотрю. Что-то съедобное, по-моему. Я не ошибаюсь. Да? Кто-нибудь? Вот шестой. Вот шестой, не видишь? Пошли. Смотри, мой папа дал я ладушек, она его кушает, она его прячет. А ну-ка дай я ладушек. Ну-ка дай я ладушек, дай сюда. Дай сюда ладушек. Дай сюда ладушек. Дай сюда ладушек. Это мой ладушек. Дай сюда. Все, прячь. Прячь ладушек, прячь. Прячь. Ну, смотрите, елочка какая у нас. Засветила. Но мне больше нравятся вот, которые были. Во-первых, они переключались, они могли по-разному мигать. А это просто... Это просто так вот горит и все. Мне другая больше нравилась. И у него выпало... Опять покемоны, покемоны. У него выпали эти карты. Это что за карточка? Ой, какой-то новый. Потом а сколько она стоит? Не знаю, 25. И папе выпало еще это. Вау. И вот эти карты. Так, видеовлог вышел только что. Кстати, ребят, не пропускайте наши влоги каждый день. Каждый день влоги, весь декабрь. И у Макса, а ты почему толстовку своей подружки носишь? Ты все себе присвоила, что ли? Новая толстовка не помешала. А, еще лишняя толстовка не помешает, да? Ой, какой прикольный. Давай, я открою. Открывай. Вот есть такая карточка, но она промо-карта. Что значит промо-карта? Что тут нету номера, звездочки. Так, Ксюша, я тебе сейчас шторки в комнату повешаю. Вот такая вот гирлянда. Проверили, ее работает. На окошко вешать будешь? Да? На окошко? Так, сейчас я повешу тебе шторки. Которые в комнате у вас висели, помнишь? А как помнишь? Они светились? А розовые? А, да, это же было сердечко. Да, сердечко на стене висело, помнишь, у вас вон в комнате? Где будет? Можно вот сюда. На стену повесишь, Макс? Ой, Макс. Почему я тебя Макс называю? Маргарита, куда повесишь? Что повесить? Вот это. На окно или вот сюда? Сюда? Но нужно прибивать, у меня гвоздей нет. Можно и скотчем. Скотчем не будет держать. Нет, упадет, она тяжелая. Мне обязательно на чистые волосы красить. Тут тоже перчатки есть. Да. Я хотела посмотреть, какой цвет. Он не такой, как в прошлый раз у тебя был. Да. Он зеленый, но он не неоновый. Темно такой зеленый. Раньше у меня был такой зеленый, красивый, я только темный. Ну, очень сложно найти неоновый. Да. Вот таким попробуем. А можно заказать неоновый? А можно заказать белый, покрасить? Вот же белый, вот этим белым. Вот можно покрасить. Да. Почему он такой горячий? Потому что реакция. Там смешиваются все эти компоненты, и оно нагревается. Да. Светлее. Если я буду все красить, то будет темно зеленый, то будет ярко зеленый.
не на мячик. Как странно покрасилась, как-то корни, смотрите, вообще... Не надо, ты что руками? Корни вообще хорошо осветлились, а кончики какие-то, по-моему, почти твоего цвета. Это как-то не Ксюша. Как-то непонятно вообще краска. И эти кончики я хорошо промазывала. Так, все, мы сейчас будем смывать. Тут нужно заколочку снять. Такая Ксюша смешная. С желтыми волосами. И тут, видите, зеленые еще остались почему-то. Все. Значит, вам же нужно отделить твои обесцвеченные волосы. Тут. Так, все, Ксюша уже спросилась. Бонь, ты что гавкаешь? Не знаю. Сейчас уже 6. 6? Так быстро уже 6? Я только посмотрела, на огонь похоже, да? Через камеру, когда смотришь? Да. Как будто огонь. Гринч? Не зеленая. А какая это зеленая? Это зеленая. Ну, так это зеленая какой цвет. Как это не зеленая? Зеленая. Это зеленая, просто это темно-зеленый. Это темно-зеленый. Гринч умрешь. Ну ладно. Что же высушится. Ну зачем расчесывать? Все, кузнечик. Дырки, из которых такое темное похоже. Я не знаю, видно, не видно? Нет, не видно. А, вот он, видите? Черненький ползает. Мы вчера его потеряли, он спрятался, видимо, туда, внутрь лампы. Теперь? Маранка, ты вот это вонючий, который. Его тронешь, он будет вонять. Какашка. Американская вонючка мы его называем. Не знаю, почему так? Ой, только лишь бы лампа не упала. Ой, сейчас упадет вообще лампа, будет прикольно. Фу, руками не трогай. Теперь руки помой. Ты будешь гонять? Ну, Макса спросим тебя, научно. Бонни ушла. Бонни, Бонни, там ко мне, дома. Быстрей, заходи, домой, Бонни. Ее не выпускала, папа дверь открыл, жука выкинуть, Бонни. Она вылетела. Не жук вылетел, а Бонни вылетел. Обманули. Вы елку не снеси. Отдай одну подушку. Тихо. Ну я тебя сейчас замочу. Ты чуть не... Сейчас папа начнет тоже. Сразу с двух сторон.
точно тебе даст подушкой. Маргарита. Все. За вентилятор. Война подушками. О, снесли. Ёлку-то зачем? Марго, ты же старше, поаккуратней давай. У тебя больше силы. Марго, осторожно. Папа сидит спокойно. Мама, идем. Эй! Ксюша! Ксюша! Годзилла! Я за камень перенесу. Макс, все, хватит, все. Ноги мусу. И рабер вирфою. Я тоже мальчик. Я мальчик. Я мальчик. Они тебя не слышат? Нет, не. А что с ними не поговоришь? Не знаю. Покажут, они идут в ТикТок, я пойду в Ютуб. Мой Ютуб. Я пойду в Ютуб. Твич, Ютуб, другой стиль. А почему в разные пошли? Ну, потому что тут надо сражаться. Ага. Если то же самое пойдем, значит. Валим, 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 валим. Что ты за фильм смотришь? Это серия. Greenhouse Academy. Ага. Сделала маску из чего? Но у тебя уже все подсохло. Нет, не все. Это пленкой, которая снимается? Угу. Да? Кисло у нас. Мы же с тобой ходили маску делать. Я знаю, я ей говорила. Что со мной не сделала? Меня не позвала. Ты дверь закрыла? Закрыла, главное, в комнате. Ты же с ханом. Ой, у тебя волосы какие-то синие в этом свету. Покажем еще раз. Ух ты, ну-ка иди сюда. Смотри, синие. Камера тебя синий снимает. Смотрите, каких она этих сделала. Где ты так? Кто тебя научил? Это оригами? Я только сейчас заметила. Прикольно. Тоже хочу. Ладно, все. Почему она что-то кушает? Корм. Корм? Я. Моя сладкая. Так, все, давайте. Маргарита, фломастер, убирай все, убирай. Все на полу валяется. Бонь, пойдем гулять. Пошли гулять. Пойдем, мой золотой. Гулять. Вот так. Знает она уже гулять, да? Ты знаешь уже, надо ей поводочек купить. Иди сюда, ко мне. Бонни, ко мне. Дождик? Нет, нету дождика. Снега нет, ничего нет. Все тает. Все выключили свои лампочки. К нам должны лампочки приехать. Я купила лампочки. Почему они выключают? На это, чтобы мы на улице украсили. Знаешь, сколько много я взяла? Я его оставлю. Оставь. Он золотой. Бонни. Почему мне лампочки выключают? Ну, чтобы электроэнергию не тратить. Много, а наверное. Нет. Некоторые оставляют на всю ночь, он у нас горит. Ну, мы тоже выключаем елочку, чтобы зря это. Ну, зачем, если все спят? Ну, так вот именно, что все спят, и кто никто не увидит. 5 минут тебе даю все убрать и спать. Ксюнчик уже спит. Ксюнь, ты спишь? Ксюнчик, ты спишь? Спит она уже, все. Всем пока. Марго. Кисленька вышла попить водичку. Водичку она пьет. Ладно, все, ребят, всем пока.
Спокойной ночи, Кики.